Кристаллика, 7 миньонов, 11 пушек, 18 луков, 4 ракеты, ну, ничего странного, ничего такого особенного. Так, хорошо, 108 золота, одни стрелы, одни скелетики, я вообще не прокачивал практически, и одна лучница. Ну, здесь понятно, ничего интересного не было бы, и приступаем к самому интересному. Поставим открываться, ну. И давайте магический. И можете поставить 20 или 30 лайков. Ну, давайте 30 лайков наберем. И я куплю кристалликов себе. Короче, задонатю кристаллики и что-нибудь куплю. Вот. Ну, задонатить я могу 2500. Ну, или 1200. Ну, хорошо, давайте магический сундук. Подписывайтесь, ставьте лайки. И давайте. И что же у нас, что же у нас? О, 420 голды. 4 лучницы, опять. 2 мушкетера. 14 луков. Так, давай. Может быть сейчас. Может быть. Блин, сейчас по-любому эпическая будет. Молния. Ну, я и не пользуюсь, она очень дорого стоит, но. Хорошо. Давайте один бой проведем. Так. Хорошо. Так, дракончик. По-быстрому его завалим. Возьмем печку. Печку поставим. Опа. Блин. Ладно. Спим бочку гоблина. Ну, очень. Ну, конечно, много мне снесли. Ясно. Сейчас поставим ярость. Быстро что. Опа. Шарик. Зачем я тогда шарик поставил? Хотя нет. Он долетит. И мы сейчас выиграем. Все, мы выиграли. Хотя, может быть, нет. Нет. Хорошо. Так, ну это не знаю, уже у нас есть скелетики как раз. Ну и все сейчас уже. Конец, на всякий случай нужно скобочку кинем, да, на всякий случай у нас такой. Да. Выиграли 3 коронки. Ура. Сундук. Так, 3000 у нас уже. Ну, хорошо.
А на этом мы будем заканчивать. С вами был DJ Slizin. Всем пока.